Здравствуйте. Кажется, мы довольно часто показываем жизнь, культурную жизнь Витовского района. Но вот, оказывается, еще одна грань у них есть. Мне позвонили оттуда мои хорошие друзья теперь и говорят, мы хотим рассказать вам вот об этом. Я говорю, ну вы меня не загружайте о чем, приходите и показывайте. Вот они пришли. Пожалуйста, говорите, показывайте, рассказывайте. Доброго дня, Віктор Даніловичу. Добре. Хочемо зазначити, що серед різноманітних соціокультурних заходів, які відбуваються у Вітовському районі, це конкурси, фестивалі, концерти, є ще одна надзвичайно цікава сторона нашої роботи. Це збереження і популяризація нематеріальної культурної спадщини і декоративно-прикладне мистецтво Вітовського району. На території Вітовщини є свої майстри, які власноруч створюють шедеври декоративно-ужиткового мистецтва. На території нашого району славляться такі поселення, як село Полігон, село Грейгове. Але сьогодні в якості своєрідного зрізу декоративно-прикладного мистецтва ми хочемо вам запропонувати познайомитися із майстринею декоративно-прикладного мистецтва, яка є методистом Вітовського районного організаційно-методичного центру Наталією Володимирівною Фенік. І сьогодні на цьому столі ми з вами матимемо змогу побачити і в подальшому познайомитися більш детально із тими роботами, яка наша майстриня запропонувала. Сергій, ви сказали нематеріальне. Ну, оно ж уже матеріальне, наскільки я зрозумів, вже воссоздано із чого? Із історії, із того, як робили. Кстати, от скажіть мені, пожалуйста, все-таки это неисконно такой, будем говорить, чисто украинский район, мне так кажется, Витовский, потому что там не только украинские мотивы, не только, а там все-таки смешение всего, за историей там разные были. Это как-то теперь уже на творчестве отражается, на вашем воссоздании того, что было когда-то, или нет? Разрешите, я отвечу на пожалуйста. Этот вопрос. Мы знаем, что кукле как явлению более 30 тысяч лет, и во многих музеях мы видим сейчас экспонаты, которые нам показывают, что в далекие-предалекие времена кукла была неотъемлемой частью жизни людей. Человек себя ассоциировал с определенным видом куклы, он наделял ее качествами человеческими, либо своими, либо того человека, с которым хотел быть. Это также могли быть негативные, деструктивные куклы, мы знаем такие примеры на кукле Вуди, да? С помощью которой проводят плохие ритуалы. Ну, это тотемом может быть, и идолом кукла может же быть, правда? Да, и тотем, и идол – это все культура куклы. И столько лет кукла была другом человека, что она переняла качества, человеческие качества своего хозяина. И в данной работе Наталья Феник мы показываем, какие, возможно, были, какие были куклы, разнообразие кукол на Украине и не только. И те куклы, которые мы вам сегодня представим, имеют очень интересную историю создания и их значение. Мы отобразили это в методическом сборнике, который разослали всем работникам культуры Витовского района. И издали, да, все это, да? Да, своими силами мы его издали. В этом сборнике описаны такие основные моменты, как история украинской куклы-мотанки, классификация куклы, обрядовые куклы, обереговые куклы, игры с помощью кукол, последовательность в изготовлении этих кукол и так далее. Посмотрите, очень интересная работа. Давайте мы вот так немножечко... Здесь много этих? Ну, вот такие штуки, смотрите. А сколько экземпляров вы издали? Вот мы издали один экземпляр, один вещественный, да. И в электронном виде можно зайти на сайт Витовского районного организационно-методического центра и скачать себе этот сборник. Ну, вот сейчас это будет воочию и подробнее. Я только хотел спросить у вас, знаете, о чем? Ведь кукла у нас в быту ассоциируется, что это для ребенка, для маленьких людей, правда же? Оказывается, это нет, не так. Наверное, это не только для детей, как вы считаете? Як вже казала Катерина Олександрівна, кукла допомагала людині вже багато років, і вона буває
в славянських народах була і обрядовою, яка брала участь у обрядах. Угу. Були ляльки оберегові, які оберігали родину. Були ігрові ляльки. Були ігрові ляльки. От я хочу вам розповісти про декілька ляльок. Будь ласка. Цікава, на мій погляд, лялька, яка допомагала людині. Вона не була обереговою, вона не була обрядовою лялькою. Робили подібну ляльку, називалася вона Акіла Огірочник, робили її з натуральної тканини. А чому вона так називалась? А я вам зараз розповім. І у голову цієї ляльки не клали тканину, яку замотували, а клали семена гірчиці. Потім цю ляльку, вона була більшою за розміром, кидали у діжку з огірками. Вона набиралася розсолу, голова ставала важкою і спускалася на дно діжки. На діжки. Гірчиця не давала плісніві розвиватися у цій діжці. Так спасала вона огірки від... Ах, як практично. Да, вот так. А я хочу розказати о своїй любимій куклі, яку Наталя зробила. Так. Эта кукла делалась девушками, которые собирались выйти замуж. Як оберіг на замужество. Як оберіг на замужество. На замужество. Смотрите, долгие косы девушки. Ага. Это длинная, семейная и счастливая жизнь. Как мы знаем из пословицы, что голова – это мужчина, а женщина – это шея. Куда шея повернет, туда голова и посмотрит. Ага. Поэтому кукла изображалась большой шеей. Мы видим... много-много воротничков на шее. Когда девушка изготавливала эту куклу и наматывала воротнички, то с каждым воротничком загадывалось качество будущего супруга. Доброта, работоспособность, уважение. И как вы заметили, уважаемые телезрители, у этой куклы нет рук. А знаете почему? Потому что женщину мужчина должен носить на руках и всю тяжелую работу делать за женщину. Вот так вот, да? Да. Еще один интересный нюанс есть у этой куклы. Если мы ее перевернем, то мы увидим основу, на которой плелась эта кукла. Это березовая веточка, которая символизирует плодородие. Не осиновая, естественно. Мы думали об этом, но, видимо, это европейская уже будет традиция. А чего ж, а вот объясните мне. Я обратил внимание, что куклы-мотанки не имеют лица, то есть не прорисовываются глаза, нос, рот и так далее. Почему это? Вы знаете или нет? Да, потому что кукла, как я говорила раньше, кукла, она ассоциируется с человеком, который ее изготавливает. И так как люди были не художники по природе, по профессии, они не могли изобразить себя на этой кукле. Поэтому кукла делается безликой, но в нее вкладываются характеристики того человека, который делал. Также я еще хочу додати, я вибачаюсь, ляльки робилися без обличчя, тому що очі є душою людини, тому а лялька не є одухотворенною особою. Тому, щоб не було душі у цієї ляльки, а вона приймала усю енергетику на себе добру, ну, якщо це добра лялька, то в деяких ляльках були пусті, чисті обличчя, а в деяких робили такий от сакральний хрест. Так, дальше что у нас? Ну, помимо кукол, разнообразия кукол, у нас есть куклы, которые изготовляются не из ткани, не традиционно не из ткани. Это, например, кукла десятиручка с очень интересной историей создания. Она, Наталья Владимировна, делается из соломы. Из соломы. Да, она робиться из соломы. Сейчас трохи расскажу историю, при якой ця лялька з'явилася. Є така легенда, що покровительниця ремесла Мароша подивилася, що жінка не справляється зі своїми
обов'язками. У неї тільки дві руки, вона нічого не співає зробити. Угу. Подарувала їй ще дві руки, у неї стало їх чотири. Вона знов не справляється, подарувала ще дві. Ну і так у неї стало 10 рук. Дивиться Мароша, ну ніяк жінка із 10 руками не справляється. Прибрала 8 рук і дала жінці цю ляльку у допомогу. Так що оця лялька була обереговою лялькою жіночої праці, вона допомагала жінці, вона була жіночою такою. Ви там не розбирались? Кожна рука, кожна за що відповідає? За що відповідає? Там є, щоб мужа свого обнімати чи ні? Ще є така цікава історія ляльок. Є схожа лялька на десятиручку, є лялька восьмиручка. І вона називалася Пилипівкою, тому що робили її на Пилипів день. Угу. Ну, ось так я слідкувала за історією одної ляльки виготовлення, другої ляльки виготовлення. Ну, навіть історики не можуть зрозуміти. Вони начебто схожі, і та сама історія. Угу. Але ж Пилипівка є Пилипівкою, а десятиручка – так і залишилась десятиручкою. А у вас саме яка любима лялька? У мене сама любима лялька, ця корова Замунь, священна корова Замунь. Так. Це оберегова лялька. Вважалося, що корова породила чумацький шлях. От так. І по якому до родини приходили предки, душі предків, да. Тому кажуть, що бувають мотанки і намолені чи наговорені, так що наговорені, так? Да? Да, наговорювали на них і молитви. А вообще це вона дуже, коли її робиш, вона так сприймає енергетику. І колись я познайомилася з одною майстринею нашого Вітовського району, угу, яка виготовляла прості ляльки, не мотанки. Я у неї питаю, а як ж так виходять у вас обличчя всі різні, такі вони характерні ці ляльки у вас? Як це виходить? От ви задумали таку ляльку, і от вона у вас така ось така вийшла. Угу. А вона каже, ні, коли я починаю робити ляльку, Я не можу представити, якого характеру вона буде. Вона потім себе проявляє. Mm-hmm. Ось так і я, коли я мотаю ляльку, вона напитує мою енергетику, і ось виходить такий. А з самого початку, як ви її задумали? От не то взяла, то й зробила. Уже ж придумала спочатку таку. А чому? Откуда приходить нова кукла? Ну, спочатку я ізучала історію цих ляльок, класифікувала їх. Ага. І коли узнавала цю нову інформацію про ту чи іну ляльку, мені її отак от... Саме от зупиняюсь на якоїсь одної, і от мені хочеться її попробувати зробити те, як робили наші предки. Это знаете, как швейцарские ученые сделали такой эксперимент, поставили в ряд много кукол с человеческими, ну, человеческие лица. Так. И пустили контрольную группу людей. Так вот, люди выбрали себе кукол, которые им понравились. И когда начали сравнивать лицо человека и лицо куклы, которую он выбрал, оказалось, что физиогномически они очень похожи друг на друга. То есть у нас с вами откликаются те куклы, которые либо физиологически, либо духовно цепляют нас и соответствуют нашему видению, нашему мировоззрению. Но на автора чаще всего кукла не похожа, да? Ну, внешне, наверное, нет. А? Внешне, мабуть, ні, але ж духовно, якщо я так вважаю, якщо от я роблю ляльку і дарую її комусь, ага, то я дарую з собою гарні побажання, гарну енергетику тому, кому я її дарую.
Я думаю, что можно этот феномен объяснить тем, что в психологии есть понятие самосбывающееся пророчество. Угу. То есть человек себе может что-то вот придумать, да, вот я в таком-то году, у меня будет то-то. И хочет он или не хочет, его действия будут направлены на осуществление этой цели. Так вот, кукла, собственно, мотанка – это яркий пример того, как женщина или девушка, девочка наматывала себе судьбу, желая себе всего хорошего. Либо мама дочки наматывала. Я думаю, что это вот такой оберег заключается в тех чувствах, которые вкладывал человек. А ще цікава, цікава така історія. Пам'ятаєте, Катерина Олександрівна, коли ми читали таку... Розповідали, значить, старі люди, що виготовляли ляльки-мотанки з подолу маминого спідниці. Маминої спідниці, да. І це свого роду було, ляльку зберігали, багато ляльок зберігалося, і з покоління передавалося в покоління, і оцей клаптик тканини, клаптик маминої спідниці, а потім вже і бабусіна, чиято бабусіна, прабабусіна, так передавалося з покоління в покоління. Кстати, хіба це не цікаво? Хіба це дуже здорово, тим більше у мене є така кукла, моя бабушка пошила її із одежди моєї прабабушки. И так как у нас по женской линии есть продолжение, ну, в смысле, девочка рождается, девочка, то эта кукла с каждым с последующим поколением приобретает новую юбочку из одежды следующего поколения. Угу. И пока на этой кукле 4 юбочки. Это моя прабабушка, бабушка, мама и я. А я надеюсь, что на этом не окончатся юбочки у моей куклы. И через лет 100-200 это будет такая шикарная кукла-мотанка со множеством юбок. А сейчас я хочу вас познакомить еще с одной куклой. Это... Смотрите, время у нас, поэтому давайте да. вот таким образом, побыстрее. Два слова. Зосима Пасечник. Вообще, святой Зосима – это был реальный человек, который жил в Соловецком монастыре и разводил пчел. Но так как в какое-то время соединилось христианство и язычество, то в кукле-мотанке Зосима Пасечник – соединились все качества, которые были присущи святому Зосиме. И вот эта обереговая кукла ставилась возле ульев и отгоняла злых духов, которые могли помешать работе пчел и изготовлению меда. Но также и молились святому Зосиме, чтобы его молитвами пчелы были плодороднее и давали больше меда. И два слова хочу сказать о том, что Наталья в своей работе занималась не только куклами-мотанками, чье разнообразие вы видите, уважаемые телезрители. Также Наталья изготавливала украшения. Это намысто из кукол-мотанок. Покажем. Уже прямо здесь да. на столе, да? Да. Или вот оно не надо поднять, оно живое. Да. Берите еще там, это вот что такое там украшение, еще. Которое женщины вот, вешали. Мы так захопилися ляльками-мотанками, что это вот у нас уже было. Оно интересно, конечно. Лялькомания якась почалась. Так. Да. А также это сережки. Стилизованные. А ну так себе так чуть-чуть подставьте так себе немножечко под свои ухо. Сейчас. А вот так вот. Так. Вот, и помимо кукол-мотанок, в то время, когда мы изучали эту всю историю, нам попадались, разумеется, разные виды оберегов. Ага. И вот один из видов оберегов – это было обрядовое печенье. Ну, это же уже материально, Сергей. Ну, его же можно пробовать, если сделать… Распылим. Да, оно является и материальным, и в свою очередь нематериальным. Так, согласен. Вот. Хочу сказати, що, на жаль, камери не можуть передати аромату цього печива. Працювавшись над збірником також по обрядовому печиву, я знайшла багато стародавніх рецептів випічки обрядового печива. Серед яких є отакі гарні печива, вони називалися тетерками. І випікали їх в основному для обряду зустрічі весни. Їх дарували один одному. Родина нареченої носила у гарній, чудовій, красивій корзиночки.
кошику. Да, дуже гарному кошику носила такі печива у дім свого нареченого. Угу. Випікалися вони нашими пращурами з житнього борошна, з додаванням меду і маку. Там не было витамина Е, С, всего не было. Это в огурцах было. И зберігалося, воно могло зберігатися рік. Сергей, вы что-то хотите добавить? Я посмотрю. Дуже хочу. Кажи, осталось 4 минуты. Файні спеціалісти. Хочу зазначити, що, говорячи про нематеріальну культурну спадщину, ми вивчаємо не безпосередньо предмет як результат, а технологію виготовлення, історію створення, рецептуру, інгредієнти, тобто те, що не можна доторкнутися. Оце ага. є нематеріальна культурна спадщина. Тобто не сам предмет, а як його створювати, що говорити при тому, яка рецептура, яким чином створюється. І хочу ще зазначити, ми підготували ще один цікавий атрибут, але перш ніж до нього перейти, я пропоную переглянути невеличкий сюжет. От це... Подивитесь, вот, такой, так. вот такая штука есть. Але перш ніж є. Розповісти, так. подивимось сюжет. Вот посмотрите на это, а потом будем смотреть сюжет. Давайте сюжет. Ну, вот еще один предмет материальной или нематериальной культуры. Сами рассказываете и показываете. Виктор Данилович, мы хотим вам показать такой прекрасный кошек. Так. Он называется «Хоровод дружбы и хоровод любви». Так. Это произведение искусств Наталья сделала под впечатлением того видеосюжета, который мы сегодня видели. Да. Да, в этой работе, если вы приглядитесь, уважаемые зрители, собраны парни и девушки в национальных костюмах, которые символизируют единение Украины, ее едность и дружбу и любовь между людьми всего мира и непосредственно Украины. Работа над этим произведением длилась достаточно долго, потому что каждая кукла изготовлялась отдельно. Угу. Каждая кукла изготовлялась отдельно. И, как мы уже раньше сказали, имеет каждая кукла свою характеристику. Угу. Допустим, вот серединная кукла – это любовь. Мальчик – это трудолюбие. Следующая девочка – это плодородие. Угу. И так по кругу мы собрали все самые лучшие человеческие качества, которые есть у нас, у украинцев. Сколько их? 2, 4, 6, 8, 10. Это О, а помните, вы сказали 10 рук? Вот видно, да. Самых главных 10 человеческих качеств, да? Наверное. Які 10 заповедей. Які да. 10 заповедей, да. Так. Вот. Такую корзинку изготавливали на Пасху. В нее ложили яички, крашенки, пасочки и любые продукты, которые считали нужным. И с такой красивой корзинкой шли в церковь. Да, Наталья Владимировна? Mm-hmm.
Шановні друзі, і на завершення хочу сказати, що ми докладаємо чимало різноманітних зусиль для того, щоб популяризувати ось ці здобутки, які наші майстрині виготовляють. Останні тенденції нашої роботи полягають у тому, що проводячи конкурси, фестивалі, ми їх робимо комплексними. Тобто основна частина і безпосередня експозиція робіт декоративно-прикладного мистецтва. І ось дані роботи, які представлені сьогодні у студії Наталія Володимирівна, їх уже бачили працівники культури Вітовського району на заходах, які проводили ми у своєму районі. Таким чином ми популяризуємо творчість Наталії Володимирівни і не тільки її, і взагалі історію нашого українського народу. От я й говорю, що мені було цікаво все це подивитися. Понимаєте? Дай Бог, щоб і всім остальним людям було цікаво то, що ви вспомнили из нашей истории, воссоздали так красиво, и дай Бог, чтобы у вас все было и в вашем районе хорошо, и в каждой вашей семье, и чтобы это все осталось на века. До свидания, спасибо. До свидания.